Гуров сбит. Сашка тоже. Не пробиться, командир. Разведка с воздуха бессильна. Я посылаю лучших, они гибнут. Гибнут мои ребята. Да. Я хочу знать, что же задумал этот генерал фон Альтенау. Почему он тут? Почему он тут так огрызается своими зенитками? День и ночь кружат его мессеры. И главное, где же его боевые эскадрильи? С воздуха не пробиться, товарищ генерал. Что показывают пленные? Молчат. Что доносит разведка? Оставленные агентуры не выходят на связь. И что же делать? Что скажет разведка? Разведка? Не можем с воздуха, пробьемся с земли. Обходчика. На 318 километре. Его зовут? Дядя Петя. Пароль. Скажите, давно прошел скорый 32-й? Отзыв. Прошел 23-й товарный. Вторая связь. Василькова. Приготовиться. Пошел!
Кто такая? Эвакуирована. Озябла. Угу. Ну, иди погрейся. Пешком шла? Угу. Вару хочешь? Да. Платок-то сними. Feuerchen bist du bei immer. Ja, da hast du recht. Schön warm. Ah, aus und runter, Kälte. Ja, Schnee. Hey, pass auf, die macht auf. Oh, Panika. Speed. Hübsche Panika. Nam Ochin Cholodna. Cholodna, Cholodna. Speed, Panika. Du. Ком, ком. Сыпь. Сыпь, не жалей. Хороший табачок. Паненька? Это путница. Путница? Да, сейчас все путники. Пропитание ищут. Nun müssen wir wieder gehen. Na ja, gehen wir schon. Wiedersehen. Wiedersehen. До свидания, до свидания. Это им служба. А ты не спеши. Они ничего, обходительные. Скажите, давно прошел скорый, 32-й? Скорый? Какой такой скорый? Давно прошел скорый, 32-й. Прошел 23-й товарный. Метель это славно. Ни следа, ни меточки. А может, пропал твой капитан нипочем? Или к ним ушел? Да не глядите на меня так. Если цапали, пропали мы. Теперь вся округа на ногах. Тебе здесь быть не положено.
Там за полотном сарай. Ты меня там подожди. Как смеркнется, обязательно приду. А капитан объявится, ухожу. Уходи, уходи, девушка. Прямо через полотно сарай. Шпалы там, так ты между шпал. Иди, девушка, иди. Слух прошел. У них капитан. То ли взяли его, то ли еще что. Как? Так. Ты меня послушай. Фашисты тут жили тихо, чинно, а теперь заворошились. Ты, может, где и отсидишься, а народ они пошерстят. Ой, как пошерстят. Люди со страху могут... и выдать. А вы? Что я? Вы ведь наш. Меня забудь. Это почему же? Говорят, забудь. Забудь и все. Был я Звягин, теперь Добров. И ты, кем хочешь, прикинься, пристройся где и не шкни. Не то они тебя, ты меня. Уразумела? И слава богу. Теперь вот что. Василькова не пройти. За тобой по всем дорогам рыщут. Я тебя, когда рассветет, через болото в Сосновку провожу. А пока вот что. Я тебе тут немного вареной картошки принес. Пожуй. Все, товарищ полковник. Что? Не имеешь права. Не с места. Назад. Ты ответишь за это. Идите. Идите вперед.
Я никого не предавал. Но и висеть на столбе, как собака, тоже не хочу. Один раз только на свете живем. Подумай о себе. Ну, куда ты против них? Против силища-то? Кому это нужно? И этот суд на ходу. Слушай, отпусти меня с Богом. Ну, убьешь меня. А что пользы? Что изменится? Понимаешь? Жить. Смысл операции «Импор»: внезапные удары, неуловимость эскадрильи, тайна их баз. Душа этой операции – генерал фон Альтенау. Русским хорошо известно его имя. Дюнкерк, Кипр, Роттердам. Раскрытие тайны генерала Альтенау – задача советской разведки. Сохранение этой тайны – наша задача. Эскадрильи генерала нацелены на глубокие тылы. Учебные центры, стратегические резервы, перевалочные пункты войск и техники. Уничтожение одного учебного центра, где готовятся к фронту тысячи солдат, стоит ни одной выигранной битвы. Срыв задуманных битв – это часть победы. Естественно, все виды советской разведки подняты на ноги. Однако объект закрыт прочно. Зенитки, истребители, прочесывание, режим передвижения, осведомительная служба, не прошмыгнуть даже мышонку. Что остается делать русским? Ввести в игру агентуру глубокого тыла. Наша задача – нейтрализовать ее, сделать бездейственной, раскрыть и уничтожить. Как? Агент глубокого тыла выйдет на связь с агентом уцелевшим. Это, очевидно, радист. Зная о провале или гибели партнера, он ничем не выдаст своего присутствия. Пользуясь рацией, он насторожил бы контрразведку. Только по истечении определенного времени, когда твердо убедится, что за ним нет наблюдения, он это сделает. Он выйдет в эфир, и ему укажут связь. Этой новой связью и будет агент глубокого тыла. А пока радиста мы обведем черным кругом. Он будет в нем метаться, и круг сомкнется. Ну что там? Зови, зови. Доченька!
Генерал-майор! Айнбрандин! Идите, отойдите в сторону, граждане! Отойдите со своим хлебом! Вы что, хотите по пуле нарваться? Отойдите. А ну, расходитесь по домам! Расходись! А ну-ка, постой. Что вам от меня нужно? А ты откуда взялась? Ты что, из колонны? Да. Да благодари Бога, что у тебя такие очи. А ну, сматывайся, живи. Тетенька, возьмите меня к себе погреться. Некуда мне брать. Немец выгнал из хаты. Сама на чердаке живу. Этот? Угу. Так он же, кажется, не злой. Не злой. Понравилась ему у меня хата чистая. Я бы ему навела чистоту. Ну-ка, идите сюда. Kommt her, alle beide. Deine Schwester? Сестра? Эвакуированная она. Дядю ищет. Полицай документы забрал, велел, чтобы она пошла служить к этой... Ну, к соседке моей. Угу. Она не хочет. Ко мне просится. Ну-ка, открой лицо. Я правильно увидел. Ты слишком молодой. В наше время нехорошо быть такой юной. Как тебя зовут? Марьяна. Марьяна, говоришь? Скажи, полицай, будешь работать у меня. Сколько наших сгорело в небе, сколько погибло. Что поделаешь? Война, тетя Дуня. Война. Выбежать бы в поле, да крикнуть им. Не летайте сюда, не кладите свои головушки. Напрасно все. Напрасно? А откуда вы это знаете? Кто вам сказал? Люди сказали. Люди. Что аэродром бомбят. А что? Не настоящее там все. Одни доски да колья. Говорите, доски да колья? Здравствуй. Здрасте. А я тебя поджидаю. Правда? Правда. Давай помогу. Помогите. Как устроилась? Устроилась? Живу-поживаю. С тобой не разговоришься. А чего? Как в наши края попал? Беженка. Небось, трудно тебе? Ничего, я сильная. Можно я завтра с тобой за хворостом пойду? Нет, не надо. Это почему? А что люди подумают? Разговоры пойдут. Боюсь. Боюсь. Скажут, с полицаем связалась. Подумаешь. Полицаи бывают разные. Откуда ты такая взялась? С неба свалилась. А там много таких, как ты? А вы что, за всеми собираетесь ухаживать? Почему бы и нет, если там все такие? Ну-ну. Немного ли на себя берете? Почему я тебя раньше не встретил? А что было бы? Войны бы не было.
Ну, теперь уж поздно. Поздновато. А зачем вы стали полицаем? Так надо было. Кому? Мне. А кто вы такой? Как кто? Полицай. Полицай Николай Гриценко. Молодой и красивый брюнет. Дом по черепице на кольце села. Во дворе тополь. У вас проживает железнодорожник Кравченко. Так это вас повсюду ищут. Думаю, что меня. Капитан Байков убит. Да, я знаю. В этом районе расположен особо замаскированный аэродром специального значения. Нужно точно выяснить, где он находится. Таков приказ центра. Ясно. Так вот. Постарайтесь все разузнать как можно быстрее. Сюда больше не приходите. Опасно. До свидания. До свидания. Будьте осторожны. Здравствуйте. Здравствуйте. Аэродром ложный. Отвлекает вылет с боевого. О, как чудесно ты сегодня выглядишь. Понимаешь, какая-то чертовщина. Аэродром ложный, но самолеты взлетают каждую ночь. А откуда? Непонятно. И непонятно, куда они при посадке исчезают. Вот вам водичка, пожалуйста. По сведениям агента 03-5, капитан Байков погиб здесь. Будем считать, что радиусом километров 100 Абвер ЭСД все подняли на ноги. Но штаб фронта ждет данных разведки. Бомбежки стратегических объектов продолжаются. 03-5 прекратила связь. Вероятно, блокирована. Арестовывать ее не станут. Они ждут агентуру глубокого тыла. Агентуры не будет. Как только выйдем на объект, мы забросим диверсионную группу. Слушай-ка, слушай, что я скажу. Говорят, здесь какой-то человек скрывается, будто наш советский парашютист. Немцы его повсюду ищут. Обещают награду тому, кто его поймает или поможет поймать. А тому, кто будет укрывать, расстрел. А где? Где его ищут? У людей, по домам ищут. Доброе утро, господин майор. Русские прекратили бомбежку ложного аэродрома. Доброе, доброе. Но могут нащупать настоящий? Это невозможно.
Сидуня. Вы не спите? А что люди говорят? Про что? Про парашютиста. Что ты все парашютист? А немцы? Люди разные говорят. А немцы? Они перевернули всю округу. Его ищут. Ох, ищут беднягу. А если бы сюда пришел этот парашютист, вы бы спрятали? Ты что говоришь? Я себе смерти не ищу. Немцы узнают, запытают до смерти. Страшно. Страшно. Сожгут всю деревню. Вот я живу у вас 2 недели, а вы даже не знаете, кто я. Может, я та парашютистка и есть? Что? Что ты мелешь? Да я пошутила. Не бойтесь. Я сейчас же уйду. Куда? Немцы кругом. Это зачем? С этим ты воевать собралась? Такая маленькая. Никуда я тебя не пущу. Вместе жить будем. Фролен призмил за благой зон. Гили. А я не зон. Я хороший. Я очень хороший. Такой красивый фролен живет, такой чердак. О! Я пришел сюда за ключ от комнаты майора. Но я буду рад, если найду ключ от твоего сердечка. Но, Людвиг, lassen Sie doch das Mädel in Ruhe. Людвиг, оставьте девушку Мария в покое. Извините, господин майор, вы же мне рассказывали о хозяйке не такой уж молодой, а это совсем девчонка. Вы бы могли ее знать ближе. Достаточно, чтобы попросить вас встать с ее постели и пройти со мной. А я же говорил тебе, что я не страшная, совсем наоборот. О, я вижу, фролен продолжает свое музыкальное образование. Ein Moment. Мендельсон. Sehr interessant. Майор часто слушает эту музыку? Я не знаю. Скоро он вернется, ты не знаешь?
скоро. Вы, пожалуйста, подождите. О, нет! Настоящий солдат и мужчина не должен терять времени. Что случилось? Идем со мной. Ко мне. Она знает приемы джиу-джитсу. Она сама набросилась на вас. Можете не продолжать. Стыдно для немецкого офицера. Что за вид? Весь полк будет смеяться, когда узнает. Девушка и мастер джиу-джитсу. И все-таки она владеет приемами. Вы хотите бросить девчонку на допрос в гестапо? Не надо спасать свое лицо такой ценой. Я чуть не умер от боли. Возможно, она защищалась. У нее случайно получился прием. Что ж, вы правы, но я надеюсь... Я не из болтливых, но вы дадите слово больше не трогать ее. Я вас больше не задерживаю. Я тоже не из болтливых, но, кстати, я советую вам хорошо проверить подбор ваших патефонных пластинок. Марианна, он рылся в альбоме. Хватит плакать. Отвечай. Кто трогал? Это я. И пластинку, и скрипку тоже. Чиов, встань. У тебя нет никакой дисциплины. Нельзя трогать без разрешения. Осторожно, за нами наблюдает Людвиг. Что в пакете? Рассказывай. Схема усиления охраны подземного аэродрома. Он там же, где и ложный. Хитро придумано. Сверху ложный, а внизу настоящий. Немедленно нужно сообщить центр. Сложновато. Да. Пакет положен на место. Запечатан. Все сделано как надо. Вот как? Когда ж ты успела? Неважно. Из камышей вести передачу опасно. Сегодня же заберу передатчик оттуда. Я пойду с тобой. Нет, я одна. До вечера! До вечера!
шлагбауму обыск. Из соседних сел девушка опять в Германию забирает. На чужбину. Чужбину. А вы бы не могли заступиться за меня? Домолвите словечко. Нельзя. Порядок есть порядок. И потом, Марьяна, если будешь в Германию, это даже лучше. Ты попадешь к хорошим людям. В Германии много хороших людей. А здесь грубый солдат. Это нехорошо для девушки. А ты красивая, Мэрихен. Девушек в Германию гоняют. Иди сюда. 143, 146, 149, 151, 154, 157, 160, 163, 167, 170, 173, 176, 176. Нужно еще 20 девушек. Мама! Мама! Марьяна Петренко, 18 лет, подлежит отправке в Германию. Возмедант. Экзема, наверное. Из сил выбилась. А ну-ка, развяжи. Нужна. Да быстрее ты. Инфекцион, блакия. Симуляция? У тебя же вчера ничего не было. Вчера я выскочила. Болит очень, бедра болит. Говори правду. Сама себе сделала? Ну, говори. Быстрее!
Отстань! Отпусти, рот тебе говорю! Отстань, Дунька! Ну, Федор Иванович! Отстань, говорю! Отпусти! Отпусти, Бога молю! У нее рука болит! Какая рука? Симуляция! Ты не болит, иди домой! Иди, иди! И по годам она не подходит! Отстань! Полицай! Полицай! Ко мне! Марьяна? А ну, иди сюда! Иди, иди! Я вижу, маленькая Марьяна, большая беда. Симуляция. Рука. Отпустите ее. Она служит господину майору. Марьяна, иди домой, приготовь чай. Спасибо. Guten Tag, Herr Major. Guten Tag. Здравствуй, господин майор. Здравствуй. Что пьют русские, когда решают важные дела? Водка. Русскую водку? О, нет. Русский чай у русского самовара. Марьяна. Марьяна, приготовь самовар. Also, Herr Major, итак, господин майор, теперь я вам покажу, где зарыта собака. Мой дорогой, тогда я буду удивлен. О, что с вашей рукой? На этот раз вы применили прием? Не говорите глупости. Нема шоколада. Не кажется ли вам, что ваша Лорелей понимает по-немецки? Может быть, так же, как наш крестьянин понимает по-русски. Вы уверены, что она крестьянка? Взгляните на ее нежные ручки. Я часто встречал у сельских женщин очень нежные руки. Марьяна, можешь уходить? Нет-нет, пусть остается. Пусть остается. Я хочу сказать нечто интересное и для нее. Прошли. Как вы помните, на железной дороге был убит парашютист. Это произошло недавно. Припомню. Личность его мы не установили. А вчера маме арестован советский агент. Кто он? Представьте себе, местный житель. Местный? Именно. И у него был обнаружен радио... передатчик. О! Это серьезное дело. Verfluchte russische Fanatiker! Проклятые русские фанатики. Мало их расстреливают. Его необходимо основательно допросить. Допросили. На und? Он сказал, где взял передатчик и кое-что еще. Завтра тут, на пороге собственного дома, будет расстрелян, как сообщник. На und was geht das alles hier das А при чем здесь эта девчонка? Завтра все население. Обязательно. Должно присутствовать приказом. И наша маленькая Марьяна тоже. Thank you.
решению военно-полевого суда при комендатуре села Василькова обвиняемка за предательство приговаривается к расстрелу. Приговор привести в исполнение немедленно. Минутку. Я должен с ним поговорить. Пожалуйста. Последний шанс. Если ты скажешь, для кого ты скрывал передатчик, и кто твой сообщник, казнь будет отменена. Ну что ж, если тебе так хочется умирать, умирай. Марьяна, входи, входи. Нравится? Угу. Ты понимаешь такую музыку? Не знаю. Уже слышала? Слышала. Где? По радио. А знаешь, как называете эту вещь? Рондо капричиозо. Сегодня мы уезжаем за всем. А ты можешь жить в этом доме. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. А ты уже хорошо говоришь Auf Wiedersehen. Не унывай, Марьяна. Все кончится хорошо, если хорошо кончится. Майор Рутер добился своего. Круг обведен, можно затягивать петлю. То есть, арест? Арест? Конечно, можно, но преждевременно. Почему? Мы еще не знаем агента глубокого тыла. Кто он и где он? Он должен выйти на эту девчонку. Но он не выходит. Для этого она должна объявиться. Как? Ее ждут на связь, но у нее нет сведений и нет больше передатчика. Что ей делать? Сведения мы ей дадим и предоставим возможность передать их. Возможность? Этим займется Людвиг. Ты в первый раз видишь эти приборы? Нет, уже видела. Вот как? Где? В кино. Да? Это же радиостанция. Совершенно верно. Кот, только скин. Садись. Садись, садись. Мы хотим сделать тебя радисткой. Ну что вы? Я не сумею. А я научу. Садись как следует. Включай эти приборы. Смелее. Смелее. Ты никогда не видела, как включаются эти приборы. Даже в кино. Я не обращала внимания. А как все-таки? Повтори. Молодец. Очень хорошо. А теперь берись за ключ. Но тут же нет никакого ключа. Это называется ключ. Вот эта ручка. Так она же совсем не похожа на ключ. Ничего, ничего. Берись за нее. Не буду. Почему?
Разыгрываете? Я за нее возьмусь, а меня током ударит. Я уже знаю. Меня однажды ребята так разыгрывали у трактора. У меня потом целый день рука болела. Это тебе не трактор. Бери за ключ. Теперь передавай. Как передавай? Стучи ключом. А, это как радисты в кино делают, да? Именно. Ну, я тебя не спрашиваю, откуда ты знаешь, что стучать надо сверху вниз, а не слева направо. Это ты в кино видел? Да, очень много раз. У нас даже кино такое было. Там радист передавал. Я алмаз, я алмаз. Переходи на прием. Ну, почему ты остановилась? Правильно твоя рука пошла. Вот здесь, что ли? Здесь. Музыка. Помогите же. А теперь настраивайся на какую хочешь волну. Бедняга, не знаешь, как настраиваться. А теперь повтори со сначала. Быстро. Ну вот ты уже можешь переключаться. Смотри. Так сигналится буква А. Точка ТД. Так буква Б. Научись передать эти знаки, и ты будешь работать у нас. Немецкая армия. Я не смогу. Я не знаю немецкого языка. Тебе нужно знать только русский язык. И тогда ты сможешь прочитать, что здесь написано. Ничего не понимаю. Тоже, к сожалению. Но это передавали с кем-то отсюда. Кого мы ищем? И вдруг передача словно отрезала. Почему? Заметили, что мы засекли их? Или у них не стало просто передатчика? Вот-вот. Того самого, который мы отняли у полицая. Не пожалел жизни. Значит, им нужно было передать что-то очень важное. Как ты считаешь? Наверное, так, как вы говорите. Учись, тренируйся. Товарищ полковник, почерк не ее. Запроси пароль.
Пусть перейдет на запасную волну. Возможно, дезинформацию. Работает открытым текстом. Товарищ генерал, подтверждает координаты. Приказывай десант. Дичин!